Доброе всем утро! Сегодня 30 января 2023 года. На улице минус 6. Сегодня такую красоту я увидела на крыше соседнего сарая. Смотрите, припорошило все снегом, такой как бы крупой. Так классно. Такое настроение сразу поднимается. Мы ждем снега. Но снег к нам так и не приходит пока. Сегодня пасмурная погода. Видите, все затянуло тучками. Вот, абсолютно все. Ну, несмотря на то, что солнышко не видно, оно все-таки встало сегодня в 7 часов 12 минут. Зайдет солнышко в 16 часов 26 минут. Долгота дня сегодня 9 часов 14 минут. На то, что сегодня морозец, пока без ветра, поэтому он так не ощущается сильно. Ну, где-то ощущение как около нуля.